долетела хорошо, спасибо. Нет, ничего не случилось. Я просто управилась с переговорами на день раньше. Амстердам прекрасен, но дома-то лучше. Я приеду и все подробнее расскажу. Да, у нас отличные шансы стать вровень с их рейк-музеем. Да, не смейся. Ты в галерее? Отлично. Подготовь, пожалуйста, письма для рассылки художникам и внимательно проверь в списке, никого ли мы там не пропустили. Нам сейчас очень нужны перспективные художники. Да, мне удалось договориться о совместном проекте. Я сейчас домой заеду, заброшу вещи и сразу в галерею. Ну, какой отдых, Тань? Я не устала. Задач море, планов океан. Все, жди. Конец связи. Светик, ну ты где? Я уже заскучал. Горюш, ну ты мне сюрприз испортил. И кому вся эта красота? Ну, если ты Игорь Ветров, то тебе получается. Хотела в спальню подать. Мне еще никто не делал завтрак в постели. Ну, сюрприз испорчен, будет просто завтрак. Самый вкусный в мире завтрак. Из рук самой красивой в мире женщины. Я и не думал, что так может быть. Ты кушай, а я на работу побегу. Зачем? Мне нужно накладные и счет фактуры подготовить. Свете, кто твой босс? Правильно, я. А у меня сегодня на тебя другие планы. Аня? Здравствуй, Игорь. Привет, Свет. Я сейчас все объясню. Ты не трудись. К этому ведь давно все шло. Я удивляюсь, как ты раньше на это не решился. Света же у тебя сколько? Года 3 работает? 4. Нам надо поговорить. Свет, оставь нас, пожалуйста. Лежи, Светочек. Уйду я. Аня, подожди! Аня, подожди, куда ты собралась? Пока поживу у подруги, так будет лучше для всех. Вещи заберу позже. Подожди, давай поговорим. У меня много дел, я спешу. Да погоди ты! Хочешь знать, почему так получилось? Нет, не хочу. На развод я подам сама. Ребенок, естественно, останется со мной. Развод? Макс уже взрослый парень, и он сам решит с ним остаться, слышишь? Не проще было подняться по лестнице? Оттуда на крышу можно забраться. Ты прирожденный человек-паук прям. Ха-ха. Ничего ты не понимаешь. Осторожно, Макс! Все нормально? Каждый уважающий себя руфер должен уметь забраться на крышу любым способом. А я твердо решил им стать. А на земле тебе скучно стало? Вроде того. Я хочу забраться на высотку в Несторовском переулке. Там точно будет круто. Макс, ты художник, а не скалолаз. Тебе нужно руки беречь. Одно другому не мешает. Ну да. Анна Сергеевна сейчас очень занята. Она никого не принимает.
Меня пустят. Анна Сергеевна, я сказала, что у вас срочная работа, но... Тань, все хорошо. Я сама справлюсь. Чего ты хочешь? Чего я хочу? Я не хочу развода. Почему ты не хочешь меня выслушать? Хорошо. Я слушаю. Понимаешь, у меня и в мыслях никогда этого не было, но Света, она всегда рядом. Она смотрит на меня так, как ты никогда не смотрела. Ты днями и ночами пропадаешь в галерее. А эти постоянные командировки, тебе вообще никогда нет дома. Но я все равно люблю тебя. Всегда любил. У нас же сын. Мы столько лет прожили вместе. Я ради тебя готов на все. Так было всегда и так будет. Но неужели можно просто так взять и все перечеркнуть разводом? Можно. И нужно. Ветров, отпусти меня. Подашь на развод? Сильно пожалеешь. Очень сильно. Поняла? Да, с доставкой и установкой. Вы заключаете договор? Отлично. Тогда я определюсь с датой, и пусть ваш мастер придет для замеров. Всего доброго. Алло, Макс. Да, тетя Аня, это Женя. Макс сейчас не может разговаривать, у него руки заняты. Хорошо, пусть перезвонит мне. И приходите вместе на ужин. А, ну, фоткай уже! Немедленно вернись на крышу! Так, пока я не сфоткаюсь, не вернусь, давай! И не подумай, я тебе сказала быстро залезь обратно. Так, все, на счет три отпускаю руку, и ты фоткаешь, ты окей? Ты идиот! Раз, два, все, три. Фоткаю, фоткаю. На, доволен? Возвращайся. Быстро залезь обратно. Придурок. Ты ненормальный? Ты мог сорваться. Да не боись, я тренировался. Зачем тебе все это надо? Да не знаю. Просто люблю рисковать. Жень, ты чего? Посмотри, какой вид. Сам любуйся своим видом. С меня хватит. А я сегодня оставшиеся вещи перевезла. Макс помог все занести. И мы торт твой любимый купили. Мясо не пересолила? Нет. Попробуй соус. Сделай острый, как ты любишь. Не хочу. Ты о ней думаешь? Ты чего ты взяла? Нет. Просто ужин холодный. Документы готовы. Квартира, два земельных участка.
Добрый день. Здрасте. Ань, можно тебе на пару слов? Помощь нужна? Нет, спасибо, все в порядке. Я долго думал. Дай мне еще один шанс. Я все это отменю. И мы будем вместе, как прежде. Я тоже много думала. Игорь, наш брак был ошибкой с самого начала. Все. Пора ставить точку. Но назад дороги нет. Прими это как факт. Ну что ж. Ты сама этого захотела. Все перечисленное высшее имущество является совместно нажитым. Следовательно, моя клиентка имеет право на его половину. Это имущество имеет статус личного и разделу не подлежит. Основание? Квартира была куплена моим клиентом на одолженные им лично деньги. Это подтверждает расписка и свидетельские показания заимодавца. Что же касается двух земельных участков, то один из них мой клиент приобрел на средства, полученные им от продажи имущества, приобретенного до брака. Второй же земельный участок приватизирован моим клиентом. Построенный на нем дом записан на моего клиента. Но в данный момент все это подарено гражданке Кузнецовой, Светлане Николаевне. Интересно, кто тебе одолжил деньги на покупку нашей квартиры? А вы посмотрите документы. Они составлены по закону. Не сомневаюсь. Ваш клиент очень хорошо подготовился. Мы можем все это оспорить. Не нужно. Я принимаю все условия развода. Мне не нужны твои деньги. У меня есть моя галерея. Уважаемый, вынужден признать, что эта копия Ладынина очень хороша. А кто автор? Второкурсник Макс Ветров. Я так понимаю, вы гордитесь своим студентом. Ну, разумеется. Он поспорил с товарищем, что напишет копию, которую никто не отличит от оригинала. И вы, Ростислав Эдуардович, сами назвали ее гениальной. Ну, этот молодой человек, несомненно, выиграл спор. Но вы меня удивляете, Виктор Сергеевич. Копийная практика – это одно, а азартные сделки в стенах института – это совсем другое. Они до добра не доведут. Вы забыли о Сучуке? И чем для него закончилась вся эта история с копиями? Да, я как-то не подумал об этом. И в этом ваша ошибка, уважаемый. Постарайтесь ее больше не повторять. И знаешь, так классно отдохнули. Море, солнце, накупались в волю. Да, Лёш, здорово. Молодцы, что выбрались. А, но ты так и не ответил мне на вопрос, что насчет нашей выставки. Все в силе? Ань, понимаешь, это такое дело, планы изменились. Не получится у меня. Когда изменились? Почему? А. Тебе Игорь позвонил. Слушай, а чем он тебя напугал, а? Ты же знаешь сама. У него связи, он перекроет доступ в другие галереи. Ладно, Лёш, все понятно. Обойдусь без тебя. Аня! Да, Владимир Михайлович. Анечка, я на минутку. Звоню сказать, что обстоятельства изменились. Долг по аренде нужно выплатить максимум через неделю. Подождите, вы говорили 2 недели. Я же сказал, обстоятельства изменились. Вам тоже мой муж звонил? Зачем ему звонить? Мы с ним недавно на охоте виделись, в бане вместе парились. Так что неделю у тебя я больше дать не могу, прости. Анна Сергеевна, к вам там Ростислав Эдуардович не может дозвониться. У вас все время линия занята. Кто? Ректор Макс. А, да, хорошо, я сейчас наберу. Угу.
Да, Ростислав Эдуардович. Да, конечно, я подъеду. И вам всего самого лучшего. До свидания. Да. Ростислав Эдуардович, добрый день. Что-то случилось? Вам знакома эта картина? Безусловно, это одна из моих любимых работ Ладынина. Но что она у вас делает, она вроде в частной коллекции должна быть. Оригинал там и находится, а это копия. А. Да, и написал ее ваш сын. Максим, безусловно, талантлив. Меня беспокоит то, с каким азартом он относится к созданию копий. Вот это он написал на спор. В наши дни на арт-рынке активно промышляют мошенники. И вот такие вот молодые, неопытные ребята становятся их добычей. Что и произошло с одним из наших студентов ранее. Да, я слышала. Хорошо, Ростислав Эдуардович, я обязательно поговорю с сыном. А я тоже Руфит люблю. Неужели? Я думала, это ботан. Зацени фотку. Впечатляет? Что, тогда приходи к нам на сходку, Руфи, вместе. Слышала такой? Конечно. Ну все, пока. Пока. Там увидимся. Угу. Прикинь, меня Ника позвала. Класс. Я хочу сегодня еще потренироваться. Ты со мной? Нет, мне нужно еще натюрморт дорисовать. Угу. Пока. Эй, ты куда? Мне надо спешить. Макс, нам нужно поговорить. Мам, прямо здесь? Да, здесь. Это важно. Нет, прости, мне надо бежать. У меня пары. Давай как-то потом. А вон там у нас второй зал. Чуть поменьше. Да, выставка 15 числа. У меня как раз для тебя одно место осталось. В первом зале. Уже занят? Ну, хорошо. Тогда в другой раз. Пока. Анна Сергеевна, тут Владимир Михайлович пришел. Сказал, что не к вам, что у него тут свои дела. Да? Помещение просторное, светлое, цена смешная. Анечка, добрый день. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Я обязательно вам выплачу долг по аренде, но боюсь, что за неделю я всей суммы не соберу. В таком случае мне придется продать помещение. Жаль бы с вами расставаться, но что поделаешь, бизнес есть бизнес. Там у нас третий зал, чуть поменьше, но очень уютный. Пройдемте. Привет. Ты мне нужна срочно. Прости, далеко припарковалась. Плохо выглядишь. Круги под глазами. Что там у тебя? Давай рассказывай. Да сразу все навалилось. Два дома эспрессо, пожалуйста. В общем, галерею могут продать за долги. Надо выплачивать кредит за квартиру. Денег нет. В общем, Оксан, я не знаю, что делать. Спокойно, все поправимо. Я недавно клиентку из такой ямы вытащила, что тебе даже не снилось. Для начала уговариваем хозяина дать тебе чуть больше времени. Пообещаем ему процент сверх аренды. Он не согласится. Согласится, как миленький. Главное, не жадничать. А тем временем, срочно, организовываем выставку какого-нибудь мегахудожника. Вадима Хурса. Точно. Он же у нас мировая знаменитость. Самый продаваемый в стране. Он же в Америке. Дорогая, ты совсем отстала от жизни. Он недавно вернулся в свой родной город. Впервые за много лет. И это отличный шанс уговорить его на выставку. Ну, что зависло?
Я к нему не могу поехать. Это почему же? Потому что он и есть тот самый Вадим. Да иди ты. Твоя первая любовь? Это тот, который бросил тебя и уехал в Америку? Ну, ему предложили там учебу. Это был отличный шанс начать карьеру. Но ведь он тогда даже не попрощался. Ты просто обязана к нему поехать. Выскажи ему все, что ты о нем думаешь. Нет, Оксан, давай выберем другой вариант. Других вариантов нет. Хорс в этом деле самый лучший. Езжай, говорю. Тем более это совсем рядом. Еще потребую у него согласие на выставку как компенсацию за моральный ущерб. Это уже перебор. Хотя, знаешь, конечно, было бы интересно узнать, что произошло тогда, 20 лет назад. Привет, Вадим. О, Полин. Привет. Я вот решила тебя проведать. То в прошлый раз толком мы не поговорили. Я вот тебе пирог испекла. Вот. А ты надолго приехал? Навсегда буду жить здесь. Правда или шутишь? Просто странное решение. Тут толком и делать нечего. Я вот работаю директором краеведческого музея. Его, гляди, скоро закроют. Захочет ли твоя жена здесь жить? Я не женат. Да. Я вот тоже замуж так и не вышла. Ой, смотри, у тебя кровь. Ну, нужно обработать. Да ничего страшного. А есть аптечка? Нет, Полина, у меня нет аптечки. И давай в другой раз поговорим. Так, пошли. Как же пирог? Что-то слышал? А в чем проблема? Я ничего не нарушил. Я свои права знаю. Здесь замок был. Где он? Взлом уже имеется. Проникновение на частную территорию. Тебе это о чем-то говорит? Давай спускайся, пока я еще что-нибудь нашел. Ты хоть представляешь, чего мне стоил твой визит в полицию? Ты о чем только думал? А я и не думал. Это не то, чем стоит гордиться. Это уже переходит всяческие границы, Макс. Это же опасно. Это не опасно, если дело все правильно. Я запрещаю тебе этим заниматься. Ты меня понял? Это моя жизнь. Я сам решаю, что мне делать. Пока ты живешь за мой счет, решаю здесь я. Тогда буду жить за свой счет. Давай попробуй. Садись в машину. Пешком пойду. Ты куда собрался? Мы не договорили. Пришла тебе рано обработать. Вот. Полина, успокойся. У меня с рукой все в порядке. Ты что? Это очень опасно. Давай садись. Может быть, заражение. Покажи. Ну? О. Все-таки не могу понять, почему ты сюда вернулся.
если бы я могла, я бы отсюда уехала. Всегда мечтала иметь домик где-то в Провансе. Выращивать виноград, пить вино на террасе, любоваться лавандовыми полями. Я когда-то тоже хотел уехать во Францию. Правда? Да. Ну, ты и сейчас можешь это сделать. Сейчас я уже не могу себе это позволить. Ладно, не скромничай. Мы оба знаем, кто такой Вадим Хурс. Если ты о деньгах, то я все отдал на благотворительность. Правда? М? Может, ты голодный? Давай я ужин приготовлю. Мне надо погулять с собакой. Да, рядом. Хочешь, я с тобой пойду? Блин, ты мне извини, но я хочу побыть один. Дарк, пошли. Если что-то надо, ты обращайся, я всегда рядом. Солнце будет символом нашей любви. Я его никогда не сниму. Никогда-никогда? Никогда. Тогда ты будешь Хорсом. Хорсом? А это еще кто? Двоечник. Это же славянский бог. Охранник солнечного света. Хорошо. Буду Хорсом. Макс, иди завтракать. Максим, мне срочно нужно уехать на пару дней. В холодильнике суп, жаркое. На 2 дня тебе хватит. Свежие рубашки в шкафу. Пожалуйста, бери с собой перекус. Знаешь, я решил, что буду жить с отцом. Потому что меня достали твои нотации, мам. Ты вечно рассказываешь мне, как жить, а сама... Что? Ты со своей работой совсем забросила отца. Вот он и пошел налево. Так что ты сама во всем виновата. Да, и вообще... Света меня лучше понимает. Дома никого нет. Мам, ты что? Я все знаю. Игорь мне звонил. Какой такой еще развод? Даже слышать об этом ничего не хочу.
начинается. Значит так. Ты сейчас домой поедешь и помиришься со своим мужем. Без этого даже не появляйся в моем доме. Хорошо, что я этот момент предусмотрела. Это что еще за вторжение в мой дом? Это и мой дом тоже. Не переживай, ненадолго. Небось, к Вадиму примчалась. Опоздала. К нему тут уже бегает одна. Подружка твоя. Полинка Тихонова. И что здесь такого? Мы еще в институте все дружили. Я, Полина, Вадим, Игорь. Вот именно, Игорь. Я просто не представляю, как можно было бросить такого мужа. Мам, покорми меня лучше. Игорь, он же сокровище. Он золото, а не муж. Он был влюблен в тебя с юности. Он так красиво за тобой ухаживал. Ты была за ним, как за каменной стеной. Ты куда пошла? Я еще не закончила. Сюда. Молодец, мой мальчик. Давай, лови. Неси сюда. Да ты молодец. Пусти. Пошли. Хоп. Привет, Вадим. Это Полина. Звоню узнать, как там твоя рука, волнуюсь. Перезвони, как сможешь. Привет, Полина. Не узнала? Анечка, судьбами совсем не изменилась. Такая же красавица. Рада видеть. Проходи. Рассказывай, как семья, как Игорь. С Игорем не сложилось. Серьезно, почему? Долго рассказывать в следующий раз, ладно? Твоя работа? Да. Ты во Франции была? Нет, я с фотографией писала. Ну, думаю, когда-нибудь я. Жалко, что у вас с Игорем так. У вас сын, кажется. Да, Макс. Учится в художественном институте, очень талантливый. Недавно сделал копию самого Ладынина. Тогда же профессор назвал его работу гениальной. А сюда зачем? На родину потянула? Я к Вадиму приехала, а дома его не застала. Так он уехал уже, наверное. Ты по делу к нему? Я хотела предложить ему выставку в своей галерее. Ну и о прошлом поговорить. Он же тогда так неожиданно уехал. Я сейчас.
Ты знаешь, он тогда еще просил передать, а я как-то в суматохе забыла, прости. Всегда странным был. Тогда неожиданно уехал, сейчас вот. Полина, у меня все нормально. Я гулял в лесу. Да, хорошо, я поняла. Говорю, странный, уезжает, возвращается. Схожу к нему. Ты знаешь, сейчас не подходящий момент. У него мама недавно умерла, он хмурый такой. Ничего, я ненадолго. Давай вместе. Он обрадуется. Уберите, пожалуйста, вашу собаку. Дарк, иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Что вы делаете в моем дворе? Вас жду. По очень важному делу. Какому? Предлагаю обсудить продажу вашей картины. «День солнца». А кто вам сказал, что она продается? Я заплачу. Очень хорошие деньги. Меня это не интересует. Неужели? А мне тут нашептали, что вы на мели. Как его зовут? Артур Владимирович. А. Значит так, Артур Владимирович, предлагаю вам по-хорошему покинуть мой двор. Я знаю, что художники любят набивать себе цену. Сопротивляются, пока не услышат цифры. Может быть, мы опустим эти брачные танцы и поговорим, как деловые люди? Дарк, зря я тебя останавливал. Этот Артур Владимирович начинает мне надоедать. Послушайте, вы даже не знаете, от чего вы отказываетесь. Пошел вон. Пойдем, Дарк. Место, где мы купались, заросло? Да, уже давно. Там топка, к воде не подойдешь. Озера позарастали, болот много. Сам же пожалеешь. Ой. Ты ненормальный, я полицию вызову. Смотри, куда идешь. Чуть с ног не сбил. Извините. Вадим, смотри, кого я тебе привела. Привет, Вадим. У Ани своя галерея, она хочет организовать твою выставку. Как ты посмела явиться сюда после того, что сделала? Что? Ты о чем? Я говорила сейчас неподходящий момент. Мы позже зайдем. Пойдем, пойдем. Я его никогда не сниму. Никогда-никогда? Никогда. Посмела явиться сюда после того, что сделала. Что? Ты о чем?
как здесь. Ты извини. Так получилось. Что такое? Нам нужно поговорить. Нам не о чем разговаривать. Пойдем, Дарка. Пойдем. Я не уйду, пока не выясню причин. Причины чего? Твоего тона. Что я тебе сделала? Это ведь ты меня бросил ради учебы за границей. Хотя сам всегда говорил, что хочешь жить и работать на родине. Назвал меня материалисткой, а сам погнался за деньгами и славой. Клялся вечной любви. А сам даже не соизволил мне лично кулон в руки передать. Это я тебя бросил? Я тебя собственными глазами видел в постели у Игоря. Что? Я никогда... У меня тогда с Игорем ничего не было. Может, я выпила лишнего с Полиной, но я даже не помню, как я заснула на его кровать. Не помнит она. Прекрасно. Зато я помню. Я говорю правду. Только не надо сейчас, ладно? Еще скажи, что ты приехал, помирись и всякое такое. Ну, зачем вот это вранье? Ты приехала, чтобы убедить меня выставиться в твоей галерее, чтобы ты заработала на мне деньги. Я не прав? А, ты хотел посмотреть мои картины? Да? Пойдем. Пойдем. Смотри. Что это значит? Я не пишу больше картины. Почему? Причины не важны, не пишу и все. Следовательно, не могу быть тебе полезен. Вадим. Уходи. Обувь берите удобную. Одежду такую вон, чтобы порвать было не жалко. Всегда берите с собой фонарик. И никогда, запомните, никогда не поднимайтесь наверх в дождливую погоду. Особенно это касается новостроек и заброшек. Это, конечно, понятно. Но когда на заброшку пойдем, а? Сегодня? Сегодня не полезем. А тебе вообще еще туда рановато. Сори, предки стыжи. О, привет. Привет.
Зак, а ну тихо там. Ну что, еще есть вопросы? А может, хватит разговоров? Мы руфить-то будем сегодня? Ого. А вы все новички такие дерзкие? А я не новичок. Ну, сейчас посмотрим. Так, первая группа за мной. Поехали. А остальные? А остальные вечером. Большая группа может вызывать подозрения. Все, счастливо. Тебе и нарядилась. Блин, клянусь-то это. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Девушка, а вы не меня ждете? Нет, не вас. Ладно, жаль. Да ну где ж ты, Макс-то, а? На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Давай! Ты, ребят, снимай, да? Давай, давай! Хорош! Да? Я еще так, папа! Есть! Суть! Ты как, целый? Нормально! И засняла это, да? Да? Класс. Прикольный видос. Красивый, да? Да. Че, идем к ребятам? А ты хорошо себя показал. Красавчик. Как знал, что этот навес не надежен? Я уже был на этой крыше. Один? Ну да. А еще на площади Победы и на Грушевского. О. Ну тогда тебе особый респект. Эти крыши не из легких. Даже ты на них не сразу поднялся. Давай. Я и не такое могу. Че, может, вечером на заброшку? Ну давай. Возьмем его с собой? Конечно. Идем с нами. А ну, сальтуху давай. Давай, давай. Я Игорю позвонила. Сказала, что ты сегодня приезжаешь. Завтра, мам, завтра. Слушай, я ему редисочку передам. И Лучок. Он редисочку любит. Мам, ну какая редиска? Он все это в городе купит, не смеши. Да ты что? В городе же все с нитратами. Я еще пирогов напеку. Он любит. Мама, а у Вадима мама когда умерла? У какого такого Вадима? А я ничего не знаю. Мам, перестань. Редиска-то какая, а? Глянь. Сладкая, как сахар. Хорошо, отвезу ему редиску. 26 апреля. Как раз на Пасху. Ты куда? На автовокзал за билетами? И туда тоже. Женька!
Сори, опоздал немного. Немного? Да я прождала тебя целый час. Ты мог бы хотя бы позвонить? Ну, извини, у меня телефон сел. Слушай, у меня такой день был, такой залаз. Мы... Слушай, а чего ты так нарядилась? Ты ж платье, каблуки вообще с детства ненавидишь. Еще и накрасилась. Да не твое дело, захотелось. Ты как мог опоздать? Ты же знал, как я хотела пойти на этот фильм. И ты после того, как я лазила на твои дурацкие крыши. Жень, я, кажется, ей понравился. Кому? Нике. Прикинь, она меня даже поцеловала на прощение. Станет меня. Эй, ты чего? Ничего, Нику свою обнимаю, ей это точно понравится. Жень, ну подожди. Отстанет меня! Сейчас, Дарк, сейчас. Подожди. Рядом. Ох. Неужели мы с тобой не туда свернули, а? Да. Оно ведь было где-то здесь. Ладно. Найдем. Оба. Оба. Стой, отойди. Дай мне пройти. Дай пройти-то. Ух, черт возьми! А что? Отойди, Дарк! Черт возьми! Да я пытаюсь, куда ты лезешь? Не заходи в воду! Не заходи, утонешь! Отойди, Дарк! Дарк, иди обратно! Иди обратно! Быстро! Давай! Ой, надо ж так попасть-то, а! Дарк, послушай! Дарк, слушай меня! Позови кого-нибудь на помощь! Слышь меня? Давай, быстрее! Ох, черт возьми, а! Ну надо ж так попасть-то, а! А где твой хозяин, а? Что-то случилось? Дарк, ты хочешь мне что-то показать? Дарк! Что такое? Что случилось? Ой. Сейчас, Дарк. Господи! Вадим! Сейчас, подожди. Ты близко только не подходи, увязнешь. Хорошо. Сейчас, Дарк. Ой. Ой! Давай руку, ой! Давай руку! Давай! Ну! Да, я не могу дотянуться. Ты сможешь наклонить вот от дерева? Давай. Давай. Сейчас. Я не могу. Давай я еще. Не могу. Найди какую-нибудь длинную палку. Ай, Дарк. Ищи. Давай. Ой, спасибо. Давай. Все, все. Давай, тянись. Хватай. Давай, тащи. Тащи, тащи, тащи. Молодец, хороший мальчик. Давай. Давай. Молодец. Фу, Дарк, брось!
Молодец! 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 Все, молодец, молодец. Ты как умудрился в болото попасть? Оно же всегда здесь было. Но совсем рядом с нашим озером. Я ведь давно здесь не был. Если б не ты, я б не знаю, что было бы. Да брось. Давай домой тебя провожу. А то опять куда-нибудь провалишься или в капкан попадешь. Давай, пошли. Пойдем. Домой, Дарк. Да, вперед. Рядом. Пошли. Садись, поешь. Да я думаю, одним чаем тут не обойтись. Настойка из лесных ягод? Она самая. Мамин фирменный рецепт. Помню, помню. Она ягоды собирала возле озера. Я как раз искал это озеро, но заблудился. А раньше дорогу мог вообще закрытыми глазами найти. Первый раз меня на это озеро мама привела. Плавать учила. Ты ведь из-за нее вернулся. Она ничего не говорила о болезни. Просто просила приехать. А я был слишком занят. Все время откладывал. Ну, ты же не знал. Нет, ты не понимаешь. Она умирала. А я думал об этой проклятой выставке. Раздавал никому не нужное интервью, веселился, смеялся, фотографировался, раздавал автографы. Ты не виноват. Нет, я виноват. Когда я узнал, что мама... Не знаю, мне в голове будто все прояснилось. Кто я? Чем занимаюсь? Моя ли вообще эта жизнь? Самое главное, кому это нужно? Развлекать людей. В то время, когда твой самый близкий человек. Это гордыня. И вот наказание за нее. В тот день я просто решил все бросить. Потому что понял, что не смогу жить, как раньше. Я должен был приехать. Решил заморить себя корем? Уже ничего не изменишь. Но я не смогу себе простить. Как и я. Я ведь тоже не приехала к умирающему отцу. Занималась открытием галереи. И единственное, что я смогла сделать потом, это попросить у него прощения. И ты знаешь, мне стало легче. Это не поможет. Ну, ты попробуй. Я долго думал и решил, что я не буду больше писать картину. Уже мастерскую закрыл. Наказываешь себя? А чем ты будешь заниматься?
Да жить обычной жизнью, как все люди живут. Ну, работать на земле, рыбачить. Ну, только ты не такой, как все. Ты очень талантливый. И ты должен делиться талантом с другими. Поделился уже. Хватит. Твое творчество очень важно. Я видела, как люди смотрят на твои картины. Послушай, я все уже решил. Давай не будем об этом. Вадим. Аня, я прошу. Как скажешь. И не забудьте о пленэре на следующей неделе. Планируется выезд в Пирогово. Там вы сможете изобразить различные объекты при естественном освещении и в естественных условиях. Все свободны. Жень. Жень, подожди. Спасибо. Жень. Сегодня было очень интересно. До свидания. Не надо, прогресс на лицо. Жень. Ты чего меня весь день избегаешь? Тебе показалось. А давай вечером в кино, на тот фильм, что ты хотела. Не, вечером я не могу. Мне он по учебе завал. Макс! Привет. Привет. Че, увидимся сегодня вечером на сходке? Конечно. Класс. Тогда до встречи. Давай. Пока. А давай с нами. Будет крутой залаз. А у меня сегодня вечером свидание. Со старшекурсником. Ты его не знаешь. Мне пора. Привет! Яблони-то как выросло. Игорь сажал. Зять у меня золотой. Забор новый поставил, крышу починил. Да и ты ни в чем нужды не знала. Мам, Игорь просто прислал тебе рабочих. Нет. Это говорит только о том, что он хорошо относится не только к тебе, но и к своей любимой теще. А что Хорс? Он сумасшедший. Он когда приехал, к нему Любовь Владимировна пришла. Хотела его пригласить в музей. Так он на порог дома ее не пустил. А что за музей? Да его собственный. Так вот, Игорь. В школе есть музей Хорса? Есть. Это была идея его матери. Я им кабинет выделила. Они там с Любовью Владимировной все и обустроили. А ты в школу собираешься? Я с тобой схожу. Покажешь мне. Здрасте. А кто будет цветы высаживать? Мам, я вернусь и все доделаю. Нечего там тебе делать. Хорошо, я сама все посмотрю. И смотреть там тебе нечего. Ну, а если это ускорит мой отъезд? Ну, ладно. Только в таком случае за билетами я поеду. Как скажешь, мам. Здравствуй, мама. Вот принес твою любимую сирень.
Она сейчас так пышно цветет, что тебе бы понравилось. Помнишь, как в первом классе я на день рождения подарил тебе букет сирени? А ты попросила меня нарисовать его. Потом похвалила и сказала, что я стану великим художником. Мама. Как же долго меня не было. Какие-то дела, суета. Куда-то бежал. Хотел все успеть. Я должен был приехать раньше. Должен был. Хочется все исправить. Сесть рядышком. Чтобы мы с тобой говорили. Прости меня, мамочка. Я так виноват перед тобой. Вадим, идем со мной. Куда? Это сюрприз. Я не люблю сюрпризы. Это важно. Это касается твоей мамы. Пойдем. Вот этот музей хотела показать тебе, Любовь Владимировна. Твоя мама помогала его создавать. Она очень тобой гордилась. И хотела бы, чтобы ты продолжала рисовать. Не буду тебе мешать.
красиво тут, да? Ну, я видела и получше. И где же? В Китае. Когда мы с Филом забрались на самый высокий кран в мире. Мы еще оттуда видос сняли, он взорвал интернет. А почему он сегодня не пришел? Не знаю. Дела какие-то. А вы с ним вместе или как? Были когда-то. Сейчас просто друзья. То есть ты свободна? Будешь моей девушкой? Я не знаю. Фил для меня совершил свой легендарный трюк. Видел фотки в интернет? Где он на одной руке свисает с крана? Угу. Я круче могу. Да ладно. Ну-ну. Меня сложно удивить. Я рискну. Так что, придешь на свидание? Ладно. Я подумаю. Глава жюри, художник Светличный, не может приехать. У него какие-то там семейные неприятности. А конкурс уже послезавтра. Дорогая Любовь Владимировна, вы занимались организацией конкурса. Ну, найдите какого-нибудь художника. Добрый день. Ольга Федоровна, я к вам. Хорошо, что и вы здесь, Любовь Владимировна. И простите меня за тот раз. Был неправ. Ну что вы, это такие пустяки. Вы расскажите лучше о себе. Когда нам ожидать ваших новых картин? Начинается. Так я, в принципе, за этим и пришел. Хочу подарить школьному музею свою картину. День солнца. Вадим был моим лучшим учеником. Я всегда знала, что у него большое будущее. Для меня очень важно быть сегодня здесь. Любовь Владимировна, я полагаю, надо предоставить слово нашему гостю. Спасибо. Эта картина очень дорога мне. Я ее писал для мамы. Поэтому я хочу, чтобы она хранилась здесь, в вашем музее. Вадим Андреевич, от лица всех присутствующих я прошу вас возглавить конкурс детского рисунка. Я согласен. Ну, я полагаю, детали конкурса можно обсудить в моем кабинете. Прошу вас. Аня, может, ты нам поможешь, а то я как-то один. Конечно. Привет. Так, тихо, тихо, не бегать. Вы не на стадионе. Запрещено в школе пользоваться телефоном. Так ведь сейчас не урок. Не спорь со старшими. Убери немедленно. Ножку подними. Петрович, давай ко мне в кабинет. Федоров, так я ж на посту. Давай, давай, важная птица, это срочно. Что такое? Да ноги уже не те, а вы гоняете. На пенсию могу отправить. Опять на пенсию. Не дают мне покоя. Сколько шуму из-за этого художника. Да, не говори. А картина-то хоть красивая? Не знаю на любителя, но если ее украдут, шума будет еще больше. Что, дорогая? Дорогущая. Вот что, Петрович, нужно установить музей, камеру наблюдения. Деньги вот я тебе выделю. Извините, а можно мне премию выписать за верную службу? Петрович, не нервируй меня, на пенсию точно отправлю. Давай, иди занимайся камерой. Так камеры эти, знаете, сколько стоят? Ужас. Понял. Не будет премии.
Анечка, привет. Полина, ты чего так быстро ушла? Я тебя в школе искала. Дела срочные появились. Слушай, идея с конкурсом просто отличная. Вадиму на пользу. Он хоть развеется. Да, он прям оттаял. Может быть, я могу чем-то помочь? У нас в музее часто конкурсы проходят. Конечно. Мы завтра целый день будем в школе. Присоединяйся. Хорошо, договорились. В актовый зал подходи. Отлично. До встречи. Жюри мы разместим где-то здесь. А сколько будет человек? Трое, включая меня и Вадима Андреевича. Мне вот эта работа очень нравится. Правда, хорошая работа. Полина, молодец, что пришла. Поможешь мне с картинкой? Да, конечно. Ты очень талантливый мальчик. Мой ученик. Да? А как вам вот эта работа? Тоже хорошая. Здесь вообще очень много замечательных работ. Так. У нас закончились скрепки. Они на столе в учительской. Я сейчас принесу. А. Так, возьми побольше. Хорошо. В этот раз будет еще специальный приз от меня. Здорово! Дети будут в восторге. Что ты ищешь? Скрепки я принесла? Нет. А, вот. Хочу рисунки красиво подписать. А тебе не кажется, что вот эти рисунки нужно поменять местами? Так гармоничнее по цвету будет. Да? Угу. Ты права. Анечка, меня в музей вызвали. Я побегу, ты не против? Да, конечно. Спасибо тебе за помощь. И до вечера. Ты же придешь? Я постараюсь. Привет, а я узнал. Надо встретиться завтра на нашем месте. Дело стоящее. Послезавтра не получится. Нет, тоже не получится. Послушай. Если тебе не интересно, я найду кого-то другого. Хорошо? Завтра в 9. Давай аккуратно. Так, здесь лестница. Осторожно. Ага. Давай. Долго там еще? Ну, сколько нужно. Идем. Так, тут переступай. Так. Идем, идем. Так, все. Вот здесь вот стой. Можно? Еще нет. Теперь открывай. Сюрприз. Вау. Ну, а это еще не все. Один момент. Макс, ты что, собираешься туда залезть? Ну, вообще, я думал немного не об этом, но... Да. Офигеть! Ты уж так высоко и так опасно. Ты того стоишь. Ты очень смелый, Макс.
самом деле мы отметили очень много прекрасных работ. Признаюсь, нам было нелегко выбрать одного победителя. Но все же по условиям конкурса он должен быть один. Поэтому им стал Богдан Нелюба, ученик 4 А-класса нашей школы. Прошу, подойти ко мне. Привет. Держи это тебе. Наш дорогой Вадим Андреевич приготовил для победителя специальный приз. И это сертификат на годичное обучение в лучшей художественной школе столицы. Держи. Молодец. Спасибо. Дорогой Вадим Андреевич, мы очень благодарны вам за участие в конкурсе и с нетерпением ждем ваших новых картин. Спасибо большое. Спасибо. 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 Здесь только те, кто живут близко, а остальных мы с Вадимом на машине отвезем. Спасибо, Анечка. Спасибо. Счастливо. Вроде все. Ну что, поехали? Поехали! Я мечтаю порофить в Эмиратах. Про принца Стаур слышал? Это тот, что в Дубае? Угу. Самое высокое здание в мире. Только представь, какой оттуда открывается вид. Только это очень дорого. Знаешь, мы обязательно побываем там. Ты обещаешь? Я что-нибудь придумаю. Ну что, пойдем? Ты когда-нибудь встречал рассвет на крыше? Нет. Ну тогда мы просто обязаны остаться здесь до утра. Зачем мы сюда приехали? Это наше озеро. Помнишь его? Конечно, помню. Может, прогуляемся? Я так соскучился по нашим местам. Они в Америке мне снились. Ты же торопился домой Дарка кормить. Так мы недолго. Пойдем. Помнишь, как я впервые привел тебя на это место? Конечно. Тогда было очень холодное лето. А ты поплыл за кувшинками для меня. Ну, а потом слег с воспалением легких. Однако я их принес. Да. А помнишь, как мы с тобой на перегонке плавали? И я всегда выигрывала. Я и сейчас у тебя выиграю. Сомневаюсь. Поспорим? Ты чего делаешь? Ты куда? Ну подожди, так нечестно! Догоняй! Ладно. Нет, Громова! В этот раз ты меня не обыграешь! Смотри, ты совсем не в форме! Сейчас посмотрим! Вот! Все, я выиграла! Значит так, ты топишь своих конкурентов, да? А ну, вернись, дай мне отыграться!
Вернись, тебе говорят! Нет! Не вернись, а то я тебя сейчас... Нет! Ты замерзла? Немного. Сейчас дров подкину. Иди ко мне. Что там у тебя за дело? Выкладывай. Хочешь заработать миллион на картине Вадима Хурса?